Всем привет, с вами Алькатрас и Харибой 11. Мы проходим игру Resident Evil 5. Поздоровайся со всеми. Привет. Ну вот, в предыдущей серии мы узнали, что враг, ну, главный враг игры это... Точнее, злодей это Вескер, который был знаком нам при предыдущим играм, который раз кучу раз умирал и воскрешал, и все такое как... Сейчас мы продолжаем свой путь в пещере. Так, у меня с патронами вообще голяк полный почти. А стоп, здесь вот ты пропустил. Ладно. Так, здесь обычная граната и патрон для пистолета. Те как-то понимаю, на это все плохо. Блин. Давай, короче, смотри. Что? То вот тут направо. Туда. Куда ты идешь? Вот куда-то смотрел только что. Куда я смотрю, туда иди. Видишь? Туда я пизду. Пизду. А я в другое место. Тут надо искать этим. Да, я помню, помню. Не, лучше там вместе ходить, здесь будут такие боссы небольшие. Больше какие-то рывки, такие аборигены. Да пох. Ну, ладно. А, хотя у меня есть гранатомет, конечно, нет, давай, можно разделиться. У меня есть один. Стой там, чувак. Хе-хе, ваш пед. Ой-ой-ой-ой. Безопасной зоне я. О, с ноги первый раз по кому-то. Вот так знает. Ой-ой-ой, и на НЗ это делал. Блядь, спину напали. А ну а, ты не патрон, кстати, автомат забыл дать. Да, вкусно. На. Так, джентльмены. Наслаждайся гранатометом моим. О, потом дев там. Блять, места нет, сука. Ну ладно, чек с этим для нас. О, кислотные, не понравились мои кислотные патроны. Ой, блядь, как? Спина. Как у тебя там? Ты херов, спина тут появляются, блядь. Ты, блядь. Большими копьями. Нахуй. На, блин, своих защиты. Да блин. Ты что такая жемчуга, тварь? Блин, на месте толпа прям лезет. Лезет и лезет. Ой, сколько потом для автомата спасибо. Так, на, почему? Блять, опять это хило. Да сколько вас тут-то, ё-моё, это уже не... Это нечестный бой уже. Да откуда? Ё-моё, да сейчас сдохну, кажется. Так попробуй, блядь. Это было очень тупой идеей разделиться.
Да я вот бегу обратно. Не вздумай сдохну. Ой, блядь. Что дело, Дэнь? Да, блядь, уйдите, идиоты! Блядь, мне пиздец, даже сейчас. Да, я, кажется, сдох. Я твой рот ебал. Да, блядь, блядь, короче, вдвоем пойдем в пизду, блядь, эти разделения, блядь. Твой рот ебал, просто. Ах, пиздец, тут погодишься, надеюсь, пусть не блядь, так пиздец. Да беги нахер, блядь, это полный дерьмо, блядь, иди разными путями, блядь. Ты, блядь, слабый кусок. Подожди, я куплю этот аптечку, а то что-то вообще про это забыл. Да, блядь, да меня вообще там толпище на меня накинулось, блядь. Тут нечестный бой был, прям какой-то. Да ты умер, блядь. Нахер тебе надо. Забери, а, вы как раз патрон тебе отдам. А, да, вот скинь мне, да, автомат. Ну? А, вот все. А, все, я готов. Ну, не спеши, у тебя еще ну ладно. Идем сразу в твою сторону, да? Где, куда ты шел. А, да, да, да. А, значит, походу, твоя-то взялась. А сразу со спины еще. Еще со спины они нападают. Любят попадать. А, да, вон идут со спины. На, блин, об стенку пошли. Идешь? Да, и со спины еще нападать сейчас буду, забыл. Ну да, бегом. Остался со спины. Так, там спина не видно. Понравилось бы. На, посмотри, какой лежит. Ты, наверное, себе назад смотри, там они могут напасть. Возьми уже этот удаленный. А. Его с земли. А так, то, что я взял, задним, она... задним. Уйди, уйди. Слышь? То, что я взял, оно посчиталось, да? Не знаю. Нахера ты по нему стоял, хотел уебать его. И нас кто-то обстреливает. А, вот они. Ой, блядь, я сегодня тут вот другой контакт. На, блядь. Что значит нет места для автомата потом? А, блядь. На. Так, все окей. Так, остальное здесь это луч проходит. Да. Здесь некуда вроде бежать дальше. Не знаю, там, кажется, в конце что-то есть. Подожди. Да, я беги, я здесь постою, пока посмотрю домой. Так, вправо к тебе, да? А вон там, вон там... А, нет. Так, сюда. Так. Бегу. Бегу. Все окей. Здесь ведь еще проводится. Блин. Здесь скажешь там мастер. Так, а куда он там идет? Посмотри. Ау. Так, беги, беги, беги. Ой, блять, не успел. Блин, да. Советую обратно.
Да, что там было. Так, а эти штуки как показаны? Какие? Ну, вот этого нам надо собирать. Ой, блядь. Значит, по два раза подряд тебе летят, сука. Ты того. Ты меня должен посадить. В сторону, в сторону. Давай, прыгай. А, ты сам должен взять его, походу. Так, тебе нужна помощь там? Да нет. Ну ладно. И что? Зови. У меня гранатомет есть. Да, здесь глянул, что здесь есть. Тут у нас ничего особенного. А нет, он походу... Ты не засчитали ту, которую ты взял? Да, да, я не засчитал. Я точно туда не могу попасть. Блин, только не ты, урод. Кто там? Вот так еще один раз. А, вон, вижу. Дровяки такие? Да, да. Так, стой на месте. А, взял. Беги, давай, беги, беги. Так, стой на месте. Ой, бля, он до меня добрался. Блять, какого хера? Ты где, да какого, блять? Где, где, где? Ты меня этот зажал тут, этот ебаный урод, мочи, блядь. Давай лечись там, не вздумай, ёхни. Так, сейчас. Блять, да блять, да он меня тут зажал, убей его, блять. Блять, чё меня не открывается, я не могу себе... Блять. Уебан, блять. Блять. Ну, хуй с тобой. Не дай бог, если нас не будет на ней. Пиздуй эти кислотные патроны, блять, нахер их пиздуй их вообще, блять. Клал я на них, блять. С высока, блять. А, все, пизду, короче, блять. Тих, ноль, блять, вообще. Ноль, блять, помощь. Опер, блять. Я жди, блядь. Че у тебя? Сейчас. Лучше спрячу, да? А, собственно, короче, так я продам. Так. 3000 на тебе. Так. Вот он, да, я понял. Так. Ой, сколько сумеет. Вот, как погадать. Кадр подано. 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 Все, все продал. Сколько у меня бабла теперь? 30 косарей. Так, взрывчатые места. Это. Сейчас понял. Предмет. Предмет. Так, так. Все, блять. 24 взрывчатых, блядь, гранатомет. Блять. Давай. А нет, он за одну засчитали уже. Ну это ту, которую ты забрал. Время месть. Это выкинул нахер. Опять патрон для пистолета. Где тут здоровяк? У меня с ним счеты, блядь.
А вон. Блять. А, он идет уж ко мне. Ну давай, да. Сдохнем, да. Я готов его встретить, блядь. Если ты сдохнешь, я тебя убью. Ой, что не нравится взрывчатый, блядь. Ой, ёбок, блядь. Ой, смотрите, кому-то что-то не нравится, блядь. Ебать, ты жестокий. Ты меня задолбал. Всё, блядь. Ну какого хуй ты забрал? Вот возьми для пистолета с патроном, блядь. Я сделал то, что хотел. Я заставил. Заставил его страдать. Так, комбинировать. А, я, бля, я чё, опять кислотами, что ли, обстрелил? Бля. Так, готовься бежать. Бежим, бежим, бежим. Вправо сейчас сворачиваем. А вот сейчас тут можно добраться, да? Направо. Так, сюда. Все. Вставай. А, здесь мы только два пуска нашли. Угу. Так, еще один остался. Это уже давай. Знаешь, куда надо идти? Сюда. А. Уверен? Да. Погоди. Побежали. Ой, блин, слышу. Ой, смотрите, кому-то что-то не понравилось. Я всегда с собой ношу гранатомет. Ну вот, все было просто. А, стоп, здесь вон. Что-то. А, побежали. Так, здесь не нужна трава. Бежим. За нах. Сейчас этот хер какой-то придет. Какой хер? Которого ты завалил тогда. А вот он. Капец тут устроен. Саддам Хусейн. Так, он еще жив, я не помню. Ой, блять, сзади меня кто-то есть. Так, завалили? Ну и вот хер с ним. Ой, блин, как-то на душе легче стало, когда убил его. Подожди. Да, я понял. Ой. О, мина. Я уже патрон для магнума дали. Так, жаль. Так, не успеем. А, успею дальше. Вставляйте. Четко. Это как головоломки решаем. Угу. Так. Ну да. О, а что это за картинки, символы? Даже. О, там сверху что-то есть. Так, бежали. Ой, блин. Очень нервная серия какая-то. С этими умираниями, блядь. Ну да, заебал, да. Так, что сейчас у нас тут? Предстоят, что за херня? Ой, блядь, это змея. Было. Вот мне кто-то объяснит, почему змеи яйцо вывалилось. О, здесь и паук. Был. Еще паучок. Был. Заебался побивать. А чё они тут ходят, блядь? Они меня напоминают. Сейчас что-то будет случиться, нажимай, снова надо быстро будет. А, помнишь? Главное правило, не зажай себя тут. Так что давай пиздуй, нахуй, я буду сидеть. Так, надо вспоминать, что нам придет надо. Я понял.
тебе надо так сдать, чтобы меня задумать. Поднимись наверх, короче. Ну ладно. Чтобы я тебя не спалил. Окей. Ой, поднялся? Я могу так. Ой, я могу смотреть всю картину. Так. Поднялся, говорю? Да, да, поднялся. А, чё, всё? Всего лишь. Так, чё? А, на лифт надо идти, да? Сюда тебе надо. Так, ну, блин, спускайся лестницу. Я бегу. Вниз. Так же пизду наверх. Так, где наверх? Где там? Не знаю. Погодь, погодь, ничего не крути. Я сейчас поднимусь наверх. Вон. Так, секундочку, сейчас. Все, можешь крутить. Нихрена себе я размазываю. Так. Так, вот. И сейчас тебе вот это надо повернуть вот сюда. И он прави... а, слева от тебя. Да отъебись, я понял, что он делает. Еби муму, пожалуйста. Сейчас главное себя не зажать. Все. Да. Я побежал. Жду тебя. Так. Ну тот же план, да? Да. Сейчас погодь, гениус, кстати-то надо. А стоп, если выстать нигде не... А, вон может. Кстати, давай посмотрим, что тут будет. А, стоп, это вот это куда надо поставить? А, вот наверх он подняться. Давай, выйти. Так, вот это надо крутить. Здесь с каким-то подлохом, кстати, я забыл. Я знаю, то что блок, если вот этот ящик когда-то. Ну не, это не про ящики говорю. Я знаю. Здесь надо как-то знаю. Встать начали как-то, а потом... Ну, блядь. Чё там? А где это твое дружелюбное спасибо? Спасибо. Я пока нож не точу. Ну, ну чё? Сейчас. Чё ты там делаешь? Так, он не стрелял. Ладно, давай быстрее. Нахера вообще в комнату? А, вот в чем фишка. Я там. А, сопьем. Не-не-нет, Пен повернул. Еще раз повернул. Еще раз повернул. Да я знаю, я бы случайно пустил. И он справа тебя еще подвинет. И все. Вот как вот это, да? Да. Правее. Да, вот. Все. Так, ты их там проверил, я вот здесь проверил. Так, здесь куча денег. Ох, сколько маленьких.
Рандом. Ай, блядь, меня изменил вообще. Думаю. Где-то изменил на этого. А вот ты. Вот зачем я говорю, надо мочить змей. Ничего тебе ты я не делаю. А, ты ее тоже сделал? Угу. Окей. Так, я пока тут его. Слышь, я себя в ловушку взял. Блин, меня опять что-то пустило. В ловушку? Да, я выйти не могу. Сейчас, погоди, я еще все. Ой, вот там у тебя змея бегает, кстати, блядь. Слышь? А? Знаешь, что сделаю? Что? Пойди сюда. Сейчас, погодь, золото все забегу. Это опять что-то меня пытается укусить. Где мои змеи? Пошли нахер. Че, змею пытаешься убить? Угу. Че, змею не можешь ее убить еще? Убей. Если так... Слышь, придурок, иди сюда. Так, ну, что? Ну, видишь, куда я смотрю? Вот в эту хуйню налево повернул. Вот эту? Угу. Да. Так, сейчас вот взять ее. Не и налево. И на А нажать, да, налево? Да. А я ж тебя или поджаю? Нет. Если налево, как ты поджаешь меня? Так, смотри, от тебя смотри налево двигать, да? Да от тебя, мудак. Ну ты налево крутанул. Ну, крутанул налево. Ты умеешь. Я ж думал, что лучше с другой стороны идет. Короче, то же самое сделаем, только я буду тебе его направо крутить. Подожди. Давай, быстрее. Самая большая серия, где мы умираем. Что ты там делаешь? Продаю, а сейчас буду улучшать. Так, готов ты, да? Я тоже готов. Так, снова на первый самый, да? Угу. А, не, мы на последний. На первый. На последний, вон сундук. Ой, да я понял, на последний. Так, опять тот же план. Так, вот это рядом с собой покрути. Да, конечно, спасибо, что ты меня послушал. Ну иди теперь лучше крути. Так, где сумму хоть можно было взять. Ну ладно. Так, ты иди там проверяй, здесь пойду. Да, блядь. Чтоб ты все деньги забрал. Ой, блядь, опять змея. А, кстати, говоря, здесь змея. Так, здесь еще, как я помню, одна змея больше. Давай, вылезай, давай, я знаю. Вот она, хуйня. Так, завалил змею. Нихуя, нихуя. Все, завалил. Кто это видел? А в другой что было? Это маленько пропустил. Там огонь, ничего тут горит. Так. Сейчас погодь, не крути, как ты тогда до этого делал. Сейчас где-то. Блин, куда ты делся? Сейчас. Как ты сейчас крутил? Покажи станию по эти, которые ты крутил. А стоп, змея там. Нет, сейчас обратно ее покрути, обратно, как ты сделал. Так, и секунду, сейчас надо вот эту подвинь, вон, это прямо вот, ну видишь такую штуку, впереди тебя которая. Ее поверни влево. Я тебя понял. Ну и короче, заранее эту штуку поставь и выйди из этого круга. Да я понял. Вот видишь, я говорю, здесь подлохнешь.
Все это херня, один большой подлог. Ну и все. Всего лишь, блин. Сейчас тебе главное не коснуться этого сраного луча. Опа. Поехали. Ух, прошли наконец-то долбанное место. Что делать? Каждый это конец главы, что ли? Что это за место? Бля, 3:30 утра. Нормально. Я думаю, что-то спать, слышишь? Как они растут под землей. Это необычные цветы. Ну-ка. Амбрелла? Что? Чем тут занималась Амбрелла? Без понятия. Но, похоже, тут уже давно никто не появлялся. Наверняка они хотели сохранить это место в тайне. А кое-где стоит логотип Триссел. Они что, работали вместе? Блять, опять ты лучше меня, блядь, поточиться. Блять. Да, а ты как думал? Ну ладно, давай, наверное, закончим на этом эту серию. Ну ладно, всем спасибо за внимание. С вами был Алькатрас и Хайбой. Попрощайся. Всем до свидания. Всем пока.